90 лет – повод подвести итог и открыть новую строку в своей биографии. Книга жизни Ираиды Яковлевны Мартыновой напоминает классическое произведение. В ней есть главы о любви, дружбе, семье. Каждая из строк ее жизненного пути наполнена оптимизмом и желанием провести свой век во благо родным людям. У каждого из нас есть своя книга жизни. Проживая один день, мы вписываем в нее новую главу. У Ираиды Яковлевны за 90 лет написано немало, а каждая строка наполнена оптимизмом и любовью к своей семье, работе и окружающим людям. Ираида Яковлевна родилась в Рассказово, росла вместе с сестрой. Еще с детства у нее была необыкновенная тяга к знаниям, и школу девочка посещала с удовольствием. Когда началась война, ей было всего 13 лет. Спустя многие годы она рассказывает об этом времени, как будто это было несколько дней назад. Настолько сильно война затронула ее сердце и страшным клеймом въелась в память. Всю войну нам пришлось трудиться. И где только мы не трудились. И для школы, чтобы топку заготовить, нужно было отработать на торфразработках месяц. Вытаскивать, резали торф машины, а мы его вытаскивали. Клали, сушили, потом перекладывали, чтобы в школе дали торф топить. Чтобы дрова заготовить, мы ходили в овчинношубном, прорезали сосновый лес, сосны пилили с учителями вместе. Она поступила на преподавателя географии. В то время она нашла свою любовь. Она оказалась не мимолетным чувством, а настоящими отношениями на долгие годы супружеской жизни. Сейчас его нет в живых, но память о нем живет в ее сердце. А символ его любви и сейчас находится в доме. Это портрет юной Ираиды, который написал ее муж много лет тому назад. Хорошо жили. Он меня никогда не обижал, никогда матом не ругался. Вот, я знать не знала, даже на детей там чуть мало, ведь все бывает в семье. Ведь в жизни ведь прожить, не поле перейти. Никогда этого не было. Он всегда меня уважал, ценил. Всегда. Я все время говорю, да что ты во мне нашел? Козявка какая, я была худенькая. В школе именинница проработала 37 лет и каждый день вспоминает с теплотой. Эта глава занимает в ее жизни почетное место. После выхода на пенсию Ираида Яковлевна посвятила свой досуг книгам. Читать любит абсолютно разную литературу. Но есть и любимые авторы. Классика в почете. Лев Николаевич Толстой, его «Анну Каренину» и «Войну и мир» она готова открывать вновь и вновь. Эта женщина прожила долгую и счастливую жизнь. В их семье родилось двое прекрасных детей. Сейчас она не только бабушка четырех внуков, но и прабабушка. Ираида Яковлевна – редкий пример человека, который просто не умеет жаловаться. В свои 90 лет она полна сил и желания жить. Ольга Жукова, Александр Прокудин, Новости ТВ Рассказово. Новости ТВ Рассказово.